Рэмбо за решеткой, Хэллоуин празднуют не все, топлес верхом на лошади и во сколько обойдется русо-туристам мордобой в самолете. Об этом не только в нашем обзоре. Выпил, поскандалил, помахал кулаками. Рейс вьетнамских авиалиний пострадал от буйного российского туриста, который, приняв на грудь, стал дебоширить. Ударил стюардессу, затем приложил соседа. Нарушителя порядка скрутили и уложили спать в хвостовом отсеке лайнера, а позже, оштрафовав на $200, с миром впустили во Вьетнам. Сильнейший человек планеты в детстве был слишком слаб, чтобы защитить себя. Майка Тайсона в 7 лет изнасиловал неизвестный старик. Об этом чемпион супертяж признался в скандальном интервью. Сказал, что мужчина просто встретил его на улице, утащил и надругался. Особых переживаний по этому поводу у маленького Тайсона не было, что не помешало ему в будущем насиловать женщин и отбывать срок за это в тюрьме. Американская телеведущая сняла пародию на известное фото президента России. Верхом на лошади с голым торсом, вот он настоящий секс-символ. Челси Хендлер тоже не промах и верхом, и в камуфляже, и грудь. Снимок, правда, тут же удалила администрация Инстаграма. По правилам, демонстрация дамских прелестей в соцсетях запрещена. Зато возмущаться и по поводу фото, и по поводу Путина Хендлер разрешили. Никаких злобных клоунов на Хэллоуин. Швейцария официально запретила этот вид карнавальных костюмов. Все из-за банды клоунов-грабителей, орудующей в соседней Франции. Рецидивисты в страшных масках средь бела дня нападали на людей. Невеселый Хэллоуин, похоже, ждет и пользователей пекинской подземки. Всем, кто ездит в столичном метро, запретили наряжаться в целях безопасности в преддверии саммита ОТЭС. Охота от первого лица. Сеть будоражит видео, снятое львом во время охоты. На спине львицы закрепили портативную камеру, и она отправилась добывать еду. Уникальные кадры запечатлели, как хищница загрызла кабана и полакомилась его мясом. Все это время был рядом человек, известный зоолог и журналист Кевин Ричардсон. На него опасный зверь не обращал внимания и даже позволял себя гладить. Рэмбо за решеткой. В США поймали одного из самых опасных преступников, который 2 месяца прятался в лесах. Эрик Фрейн прекрасно владеет навыками выживания и с оружием на «ты». Фрейн спланировал несколько нападений на полицейские блокпосты, убил одного стража порядка, еще одного тяжело ранил. Мотивы неизвестны. В прессе вовсю обсуждают то, что Фрейн просто воплотил в жизнь сценарий боевика «Рэмбо. Первая кровь».